Ну и еще раз чайники. Держи на более высокой полке. Тут более удобнее снимать. Витек. Витек. Австрия, она была написана. Ну, по-моему, не имел никакого отношения к Австрии. Это не важно. Bosch. Это уже более такой производитель, скажем так, известный, серьезный по весу. По весу и Bosch не самый легкий. Немного непривычно, но тем не менее дискомфорта это не вызывает. Кнопочки. Ну вот, почему эти механизмы не делают из металла? Механизмы открывания и закрывания. Все из пластика. Вот пластик я люблю не шибко. Хотя сам чайник сей Bosch более такой металлический, нормальный. Полярис. Вот интересно, у него что-то такое более... А здесь он Hotpoint Ariston, известный более своими, возможно, холодильниками, чем чайниками. Но ведь видно, что, возможно, действительно это имеет отношение к Италии. Посему стильно и красиво. И внутри вроде сделано неплохо. Хотя, опять же, много пластмассы в механизме. Что не есть, возможно, сильно очень хорошо. Еще один Bosch. Bosch. Беленький, изящный, простенький, маленький, красивенький. Вот мне вот этот Bosch, если честно, не очень удобен. Хотя он не самая большая рука какого-нибудь боксера или тяжелого атлета. У меня маленькие кисти в этом плане. Ну, точнее, они не крупные. Но даже мне с моей небольшой рукой вот неудобно вот держать. Хочется, чтобы было что-нибудь побольше. Вот здесь было удобно, вот у Ariston. Здесь это самое. Хотя сам чайничек, возможно, будет неплохим. Ибо Bosch это Bosch. Знать бы, конечно, еще как открывается сей чайник. Но... Наверное, вот так, да? Нет. Все-таки тут какая-то защита. Вот я вижу, надо повернуть сюда, вот так получается. И потом это самое. Смотрим внутри. Интересная задумка чайника. За закрывающимся механизмом крышки. Очень интересно. Возможно, это будет надежно. Dexp. Как на старых печках или в машинах, вот это шкала. Redmond. Вот интересный дизайн. Китфорд. Я не знаю, что это за компания Китфорд, но мне сразу просто сбылось, что Dexpo одинаковый измеритель такой температуры, шкала. Dexpo и Китфорд. На виде есть отличие. Вон еще один Dexpo какой-то. Вот еще это вот. Более тоже такая серьезная фирма, если не ошибаюсь. Браун. Нет,
Внешний мне чайник, скажу сразу, не очень понравился, но вот, но очень удобный хват, хотя я не люблю, когда вот снизу вот так торчит. Ну, вроде неплохой должен быть этот чайник, если это браун. Вот еще серьезный аппарат. Дилонги. Правда, маленький. Не очень удобен. Ну, Дилонги вроде такой. Дилонги. Неудобная ручка, я так думаю, оказалась. Вот так он красив, конечно. Еще один браун. Браун. Интересная ручка такая, немного непривычная, но и цвет такой, цвет мне вниз не понравился. В целом дискомфорта такого не вызывает, но что-то не легло в руку, что ли, вот так. Не легло в руку. Внутри вроде... Еще один буш. Буш. Добрый день. Спасибо, я просто смотрю и сразу ты сами записываю, чтобы потом показать. Не то что пока, чтобы самому себе запомнить и потом это самое, чтобы не записывать потом. Вот это. Спасибо, спасибо. Не весь ассортимент представлен, но просто будет. На сайте надо смотреть, да? Можно и на сайте, можно и у нас. Я вас понял. Спасибо. Если будет вопрос, я обращусь. Спасибо, что приложили помощь. Спасибо. Вот еще один браун.
Браун. Дизайн такой, наверное, необычный. В руке вроде нет, наверное, не подошло. Для моей руки не подошло. Тоже такой бош. Интересный такой бош. Аристон. Аристон. Вроде неплохо. Аристончик, аристончик. Еще Bosch один. Bosch. Такой. И еще один Bosch. Comfort Line. Comfort Line. Все. Скелет и Рид. Редмонд. Классный Bosch. Чудесный. Еще один Bosch. Тефаль. Наверное, мне больше всех понравился Тефаль. Стекло, видно, что сразу метр на три. Хотя тоже продукт не без замечаний. Тефаль. В этом ряду тоже, наверное, мне понравились больше такие известные бренды. Известные бренды. Bosch. Ariston вроде неплохо. Bosch. Браун. Или что-то. Делунги. Браун. Bosch. Никс. Bosch. Браун. Bosch. Ariston. Bosch. Bosch. Здесь еще Bosch. Und еще один Bosch. Tefal. Наверное, в этом ряду будет Tefal. Моим любимым этим. Не знаю, очень трудно. Почему?
они самые правильные. Как бы кофе в них готовится так, как должно. Возможно, только вот эти. В общем, я запутался с чайниками. В предыдущем видео вот этот чайник выиграл. Я, наверное, оставлю за ними победу. Где вон где?